Бизнес Донецкой области, вопреки экономическим трудностям, развивается и завоевывает рынки внутри страны и за ее пределами. Подтверждают это и экономисты, и сами бизнесмены. Кроме собственной прибыли и развития, предприниматели не забывают о социальной ответственности. К примеру, компания «Сармат» активно занимается благотворительностью. К пивоварам часто обращаются люди за помощью. Последние, кому они помогли – Макеевский детский дом. Гордимся тем, что получили статуэтку «Золотой Меркурий» в номинации «Благотворительность». Но я хотела сказать, что, видимо, уже настало время несколько расширить эту номинацию, потому что серьезные предприятия и их социальные инициативы давно вышли за рамки просто благотворительности. Например, что касается компании «Сармат», наши инициативы охватывают и экологические программы. И сейчас мы начинаем совместно с Международным фондом дикой природы очень обширное исследование водных ресурсов. Доказать, что даже в сложный экономический кризис средний бизнес может выжить и даже улучшить свои позиции, смогли представители автомобильной группы «Алекс». Говорят, только благодаря своим клиентам смогли добиться признания их компании лучшей на региональном рынке. Самая большая награда – это то, что наши клиенты нас там ценят, да, а то, что они нас любят, то, что они будут к нам приезжать в любое время. Мы в этот кризисный год вкладывали деньги в новое оборудование, чтобы оказывать нашим клиентам как можно более комплексный. Ренессанс экономических отношений – так нынешние процессы в бизнесе Донбасса называют в Донецкой торгово-промышленной палате. Говорят, сейчас представители крупного и среднего предпринимательства все больше стараются налаживать отношения между собой и готовы сотрудничать. Узнать больше о предприятии-партнере помогают такие мероприятия, говорят организаторы. После личного общения бизнесменам легче завязывать контакты. Как результат – подписанные контракты, выгодное сотрудничество. Представители торговой палаты считают, что такие конкурсы помогут Донецку привлечь как можно больше инвесторов и партнеров. Идет экономическая, знаете, конкуренция не только между предприятиями, но и регионами. Этого не надо стесняться. И если мы сможем, благодаря нашей интенсивной работе всех заинтересованных сторон, привлекать сюда внимание, что больше приезжали к нам потенциальных инвесторов, интересных партнеров. Мода на Донецк, она уже есть, она начинается на Донецкой области, ее надо поддерживать. И вот такие вот мероприятия как раз, мне кажется, очень важны. Эксклюзивная региональная награда Донецкой торгово-промышленной палаты «Золотой Меркурий» учреждена еще в 1997 году. За это время номинантами стали более 70 предприятий региона. В этот раз свои награды получили Донецкая железная дорога, Донецкий национальный университет экономики и торговли, предприятие «Карба и крепь». Организаторы говорят, что для участников статуэтка «Меркурия» давно не просто приятная награда, но и стимул улучшать свою работу. Ольга Шилкина, Алексей Логвин, «Панорама».